Ему 29 лет, рост 175 сантиметров, вес 70 килограммов, 500 граммов. Он из Узбекистана, из города Андижана. He is 29 years old. He is tall, so 175 centimeters. And his weight, 70.5 kilos. He is from Uzbekistan, Andijan. Его основные достижения. Он является мастером спорта по боксу, чемпионом Узбекистана по боксу и кикбоксингу, представляющий клуб Strong Fight с профессиональным рекордом в ММА, 9 побед и 4 поражения. His best results, master of sport for boxing, the champion Republic Uzbekistan for boxing and kickboxing. His pro records, 9 wins and 4 defeats. Бабур Абдул-Азизов! Дамы и господа, представляю вам бойца, стоящего справа от меня. Ladies and gentlemen, I present to you the fighter standing on my right. Ему 40 лет, рост 175 сантиметров, вес 70 килограммов, 300 граммов. Он уроженец Табасаранского района, проживающий в городе Дербент, Республика Дагестан, Россия. He is 40 years old. He is tall, 175 centimeters. His weight 70.3 kilos. He is born Табасаранский district. Live in Дербент City. Его лучшие достижения: мастер спорта международного класса Пушу Санда, многократный чемпион России по рукопашному бою, чемпион профессиональной лиги FCA, чемпион лиги WEF, обладатель янтарного пояса, чемпиона гран-при FCA, чемпион лиги AFC, ведомый тренером по борьбе и грэпплингу Гюль Ахмедом Табасаранским и многократным чемпионом мира по БЖЖ и грэпплингу Видарием Ардановым. His best results, master of sport international class, Пушу Санда, many times the champion of Russia for hand-to-hand fighting, the belt holder FCA, WEF, AFC, the winner Grand Prix, янтарный belt champion. Его профессиональный рекорд 22 победы, 1 ничейный результат и 6 поражений. His professional records 22 wins, 1 draw and 6 defeats. Багаудин Абасов! Сетки, перчатки не хватаем, локти разрешили, кроме 12-6. Пожали руки по углам. This is traditional extraction for referee Turbalali Taramov. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Videoni davom ettirishdan oldin videomiz homiysi Mosbetni tavsiya qilmoqchiman. Bu yerda siz o'zingiz ishongan sportchingiz yoki jamoangizni qo'llab-quvvatlash orqali o'z mablag'laringizni ko'paytirishingiz mumkin bo'ladi. Pastdagi omad silkasi orqali yangitdan ro'yxatdan o'ting va promokod joyiga boks promokodini kiriting va birinchi depozitingiz uchun 3 million so'mgacha bonus olishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga omad do'stlar. Первый раунд титульного поединка за пояс чемпиона AFC. Ждем первый раунд. Извиняется Багаудин Абасов. Разворот в корпус от Багаудина Абасова и замедлительный лоу-кик от Бабура. Держит центр октагона Бабур Абдул-Азизов. Лоу-кик от Багаудина Абасова. Партер этот поединок Багаудин Абасов. И чуть плотный захват от Бабура Абдул-Азизова. Держит шею. Занял позицию Багаудин Абасов. Боковой контроль.
выходит на Северию. И выходит на удушающую Северию Багаутин Абасов. Плотный захват Северию. Терпит, терпит Бабур Абдулазизов. Но не отпускает захват Бабур Абдулазизов. Цепился в этот захват. Пытается выйти на позицию маунт Багаутин Абасов. И происходит добивание. Жесткое добивание от Багаутина Абасова. Неожиданно, неожиданно переходит этот поединок на сторону Бабура Абдулазизова. Просто отличный проход от Багаутина Абасова. Стремительный проход. Работает по корпусу Багаутин Абасов. И занимает позицию. Занимает позицию, но Бабур Абдулазизов по-прежнему держит захват на удушающий. И чуть опасно. И выбирается Багаутин Абасов. Подсказывает угловые Багаутина Абасова. Нужно локтями. Производит удержание Багаутин Абасов. Чуть пассивная работа в партере у бойцов. И стремительная попытка тейкдауна. Происходит удержание возле сетки от Багаутина Абасова. Он контролирует этот поединок. Работает по бедрам. Работает по корпусу Бабур Абдулазизов. Плотный удар в корпус. Это конец первого раунда. Подсказывают угловые Багаутина Абасову, что нужно работать на том же темпе. Боец из Узбекистана, классический боксер, кик-боксер, против бойца смешанного стиля Багаутина Абасова, который в последние годы очень огромное внимание уделяет борьбе в верхней руке бразильскому джиу-джитсу. И второй раунд, друзья. Второй раунд! Начинается у нас раунд с
такого плотного удара от Абура Абдулазизова. Удар по корпусу. И попытка перевода, и она успешна от Багалкина Абаса. Работает локтями снизу Бабур Абдулазизов, но судья делает, рефери делает замечание. Просто нереальная атмосфера в зале. И пытается сделать сабмишн Бабур Абдулазизов, но Багаутдин Абасов останавливает. Бабур Абдулазизов. Работа возле клетки. Работает по корпусу Багаутдин Абасов. Пытается встать Бабур Абдулазизов. И попытка болевого, удушающего. Подсказывают угловые Багаутдина Абасова, что нужно прижимать к сетке. И чуть пассивная работа бойцов. Пытается провести удушающий прием Бабур Абдулазизов, но соскальзывает на руке. Багаутдин Абасов. Но Бабур Абдулазизов показывает то, что все нормально. И переходит в более опасное положение. Неужели это и нереальное поле к победе от Бабура Абдулазизова. Прижимает к сетке Багаутдин Абасов. Работает по корпусу Багаутдин Абасов. И перевод от Багаутдина Абасова. Напоминаем, поединок у нас титульный. Под себя, Боря, под себя! И контролирует этот поединок Багаутдин Абасов. Я молодец, Багаутдин. Опасное положение. Погоди, печень снял. Локтях ты печень снял. Занимает позицию. Боковой север. Колено. Боковой контроль. Багаутдин Абасов. Корпус и сапи сапцу. 10 секунд до конца второго раунда. И занимает позицию Мал Багаутдин Абасов. Второй раунд. Второй раунд.
секундантам, своим угловым. Сейчас бойцы приступают к продолжению этого великолепного боя за титул чемпиона лиги AFC. Третий раунд нас ожидает, друзья. Под ваши аплодисменты заряжают парни. Брутальный удар. От Багалдина Абасова. Незамедлительный удар от Бабура Абуазизова. Попытка треугольника от Бабура Абуазизова. И рефери данного поединка поднимает бойцов в стойку. Все еще замечательно. Ой-ой-ой-ой! И пропускает удар Уширу. Уширу. Бабур Абуазизов. Удар Багалдина Абасов. Удар. Стоп. Это нокаут, друзья. Багалдин Абасов теряет сознание. И празднует победу Бабур Абуазизов. И собирается народ возле клетки. Расстояние. Вы знаете сами, как проводятся турниры.
Это картинка, это международное событие. Все переживают. Сейчас за Багудина, Аббасова, все переживают. Это наш старый брат. 20 лет дружит. Кто-то с ним всю жизнь дружит. Отойдите, парни, сейчас от октагона. Отойдите все. Отойдите от октагона. Большая просьба. Займите свои места. Займите все свои места. Под ваши аплодисменты, друзья, поддержите Багаудина Аббасова, нашего легендарного бойца из Табасарана. Этот парень реально заслуживает ваши аплодисменты и поддержку. За 40 лет он очень многое прошел в единоборствах. Невероятный путь у Багаудина Аббасова. Sof savdo intermagazinidan juda ham ko'pchilik so'rar. Ichki kasalliklarga qanaqa mahsulotingiz bor? Alqada yana bilasizlar, o'limdan boshqa har qanday kasalliklarga davodan aytib ketilgan. Qanaqa tabiiy tayyorlangan mahsulotlar bor? Jigardagi, buyrakdagi toshlarni erib tashlaydi. Bu yosh bola siyib qo'yadigan akalarimiz bo'lishi mumkin. Mana bu mahsulot juda ham yaxshi yordam beradi. Davleniyasi ko'tarilib, pasayib ketadigan yoki saqir diabeti bor akalarimiz, onaxonlarimizga mana bunaqa mahsulotlarimizni tavsiya qilamiz. Pastatiti borlarga, gemoroyisi bor akalarimizga mana bu mahsulot zo'r yordam beradi. Ichadigan, chekadigan akalarimizga tashlatiradigan nima bor tashlatiradigan deyishadi. Sirop tabletkalari bor. Bir oy davomida effekt beradi. Juda ham ko'p mahsulotlarimiz bor. Bizga aloqaga chiqinglar. To'pi beramiz shu mahsulotni. Videoni past nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Дорогие друзья, дамы и господа, в этом бою, главном событии вечера, бой за пояс чемпиона лиги AFC, пояс принадлежал Багаудину Аббасову, претендентом был Бабур Абдул-Азизов.
Победа одержана техническим нокаутом, добиванием в третьем раунде на первой минуте 20 секунде. И чемпионом становится Лиги AFC Бабур Абдул-Азизов! Слово представляется чемпиону. Ассаламу алейкум. Аббас, брат, это спорт, извините, брат. Я не хочу, брат. Аббас, извините, брат. Ассаламу алейкум, сын. Я не хочу нокаут. Я не хочу нокаут. Просто это спорт, извините меня, брат. Ассаламу алейкум.